дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Мати сайт – справа важлива і необхідна, особливо для тих, хто знає, для чого він був створений, та як його просувати самостійно, будемо дізнаватися від Ольги Медведєвої, викладачки діджитал-маркетингу, письменниці і журналістки. Тож, Оля, привіт. Привіт. Хотіла одразу запитати тебе, наскільки ж це важливо просувати самостійно сайт, і хто ж зараз цим займається, насправді? Яка кількість людей, на твій погляд? На сьогоднішній день сайти є практично у всіх. На душу населення, я думаю, навіть на младенця приходиться, ну, на сьогоднішній день по 3 сайти. Если так уж подсчитать, да, в общей суммарной сложности. Сайты, я думаю, есть у всех, все пользуются социальными сетями, это тоже сайты. Ну и, собственно, люди прекрасно понимают, что в интернете можно прекрасно зарабатывать. И поэтому сайты, как говорится, нам в помощь. Вот. Это создает достаточно большую, жесткую конкуренцию. Как в ней выживать, ну, будем сейчас разбираться. Так, тобто мы будем зараз не орієнтуватися на допомогу фахівців, які вже на цьому собаку з'їли, як то кажуть, а будемо намагатись самостійно зробити так, щоб наш сайт був десь там попереду, так? Десь попереду. Насчет фахівців. На самом деле специалистами на сегодняшний день, SEO-шниками считают себя абсолютно все. Те, кто просмотрели парочку уроков на YouTube, те, которые там что-то где-то коряво пишут, они уже считают себя специалистами. Но на самом деле это немножечко не так. Вот. И те люди, которые ищут себе специалиста, они в первую очередь должны понимать, обращать внимание на портфолио этого человека, на его опыт работы, на его умение подать себя, на то, что он уже сделал, и на то, что он в принципе представляет на сегодняшний день. Тобто треба орієнтуватися ось так, дуже вже прискіпливо, бо насправді і можна подати інформацію так, як вам вигідно, але не мати для цього вірогідності такої вже. Да, може бути так, що ви просто потратите деньги на так називаємого спеціаліста, який щось обіцяє через 3 місяці, півгода, може бути і довше, якийсь неопределений період. В принципі, на сьогоднішній день життя дуже динамічна. І SEO дає нам можливість, извините, зарабатывать. Это те деньги, которые мы можем регулярно, постоянно, ну, грубо говоря, поднимать с земли. Потому что контекстная реклама, таргетированная реклама – это всегда финансовые вложения здесь и сейчас. Пока вы вливаете, все работает. Как только, скажем так, вы прекратили эти вливания финансовые, процесс останавливается. А SEO дает нам и днем, и ночью возможность притока этих целевых клиентов. И почему бы этим, собственно, не воспользоваться? Оль, ну ты сама занималась этим, так? Я так понимаю, что в тебе есть свой сайт, и ты его разработала. Ты не керувалася допомогою нікому? На сьогоднішній день я займаюсь SEO-оптимізацією сайтів уже 12 років. 12 років? Нічого собі. Це вже так достатньо, я думаю. Достатній опит, щоб набити шишки, і я можу сказати, із собственного опиту. Я, як багато починаючі, в 2008 році стала розкручувати свій сайт при помощі так називаємих спеціалістів. Тобто, стоїло мені це достатньо больших денег, регулярно по 100 доларів за услуги, так сказати, спеціаліста треба віддавати кожну неділю. Был 2008 год, кризисный период, и, собственно, когда я спросила у специалиста, а, собственно, когда мои деньги будут возвращаться мне, он сделал большие удивленные глаза, обиделся и заблокировал вход на мой сайт. То есть в этот прекрасный момент я поняла, что те деньги, которые вложены в создание сайта, в его раскрутку, в его продвижение, я осталась у разбитого. Не повернулася, так, тобі? Да, ну, то есть мой сайт, далі? Он, оказывается, даже не был моим, потому что его зарегистрировали на этого так называемого специалиста. И вот в этот период я сказала, Господи, спасибо тебе за науку. С 2008 года я буду заниматься этим самостоятельно, не доверяя больше никому. І... Ну, знаєш, кажуть, от жінкам взагалі не їхня це справа. Білявки, так то взагалі. Це, не знаю, це справа хто така, сказав. Техніків, так, тобто чоловіків, які більш розбираються в таких питаннях. Ну, як ти думаєш? Я вважаю, що SEO, Search Engine Optimization, оптимізація сайту, це якраз то женське, що легко можна зрозуміти, почувствовать і применять в своїй житті.
Навіть так? Ти бачиш, як ти вже це розглянула тепер, на сьогоднішній день? Бачиш, як тобі добре набили шишки, як ти кажеш? Да, когда платишь своими чесно заработанными денежками, то как-то оно все становится очень-очень ощутимо. Ну і що, Оля, з чого ж ти почала? Розкажи, як ти виплуталася з цієї історії? Я поняла, що да, надо во всем разбираться самой, щоб, по крайней мере, понимать, как это работает, что из чего происходит, выливается. Но опять же повторюсь, это был 8-й год, 12 лет назад. То есть на тот момент сайтов было мало, интернет-магазинов очень мало. И да, было проще, с одной стороны. Было меньше конкурентов, было меньше толкотни локтями в интернете. Но было мало информации. Сейчас, наоборот, и информации много, и людей, пытающихся создавать какой-то информационный шум, очень много. Поэтому сложнее. Но, тем не менее, есть тренды, которые вырисовались за вот этот небольшой период жизни SEO в мире. И, собственно, мы, я думаю, о них поговорим. Так, Олечка, ну давай тоді так і по порядку і будемо розглядати. Да. З чого треба починати, на що орієнтуватися і на що звернути особливу увагу, так? Я думаю, да, вкратце ми об этом поговорим, потому что от давай, тема чого беседы починати? Достаточно сложная. Так, да. Давай тоді так, з чого починати потрібно, для того, щоб його розкрутити і не лише розкрутити. В первую очередь, вот мы должны понимать, для чего нам нужен этот сайт. Вот в первую очередь. Когда у нас есть понимание, это интернет-магазин, это сайт-визитка, потому что люди, как правило, не понимают, что для чего. Это лендинг, посадочная страница. То есть для людей это все один сайт. И даже наличие странички в соцсетях, это у них уже тоже есть сайт для многих. Вот. А начинаем и продвигаем, ну, я думаю, в первую очередь, со структуры сайта и с интересного контента. Так, а зараз, ти знаєш, от, дуже важливо, мабуть, мати яскраву, гарну картинку. Ну, в першу чергу. Чи ні? Картинка, і інформацію, можливо, ні? Картинка візуально, звісно, привлекає наших пользователей сайта. Їм цікаво посмотреть, не напрягаясь. Може бути, якесь відео просмотреть. Но, опять же, SEO заточено під текст. Так. И без вот этих вот грамотных текстов достаточно сложно продвигать информацию. SEO, скажем, на сегодняшний день есть новый поисковый алгоритм Google, он называется BERT. И он заточен на то, что информация, которую ищут пользователи на сайте, она должна быть полностью соответствовать тому запросу, который задается. И даже опережать его, выдавая ту информацию, которую потенциально ищет ваш заказчик. То есть надо идти на шаг впереди и предлагать людям то, чего им хочется, предугадывать их желания. Ну, тобто ты этим активно и занимаешься. Тобто ты себе можешь зрозуміти, ага, а что же мне нужно тут написать, так? И как же мне нужно правильно подать информацию, чтобы она спрацювала? Работа с информацией достаточно сложная. То есть приходится не просто писать какие-то тексты, но и адаптировать эти тексты для людей, чтобы они были интересными, читабельными. И в то же время, чтобы они выполняли свою функцию SEO, были заточены под поисковые алгоритмы. И надо держать баланс. И как раз-таки вот в этот момент женщинам гораздо проще и легче работать, потому что они очень четко чувствуют этот баланс. Когда не нужно делать переспам каких-то ключевых слов, которые уже на сегодняшний день не актуальны, и не уходить в лирику, которая тоже для интернета, для продающего текста, тоже не совсем уместна. Вона не потрібна, так? Да. І багато вона як вже зайвою вважається. Так, насправді. Да. Люди зараз не мають стільки часу, щоб все це читати. Да. Искать філософський смисл, двойное дно. От з приводу швидкості, на що, що впливає на швидкість завантаження сайту, ну насправді це дуже важливо, так, щоб це все швидко відбувалося. Да, ми зараз в такому режимі времени, коли все происходит очень быстро. І якщо нам, допустим, необхідна, нужна какая-либо інформація, ми просматриваем ті сайти, які быстро открылись і які видають нам эту інформацію. Ну і, естественно, знаходяться на первой страничке. Да? То есть ми не йдемо на 156-й, мы смотрим то, что нам поближе. То есть это наша лень и наше время. Вот. И мы начинаем анализировать то, что нам выдает поисковая система. Да, картинки. Те картинки, которые есть на нашем ресурсе, они должны достаточно быстро грузиться, потому что никто не хочет долго ждать. А опять же, наши горе SEO-специалисты, администраторы сайтов в силу своей лени загружают на сайт картинки, которые не адаптированы, не ужаты, не уменьшены под сайт. То есть то, что взято с телефона снято, то, что, допустим, сделано с фотоаппарата, которое одно изображение весит 3-5
включает 25 мегабайт, то есть его упихивают на сайт. Естественно, эта картинка долго грузится. Естественно, мы сотни раз были в такой ситуации, когда мы смотрим в телефоне некое нечто, видим, что есть рамочка для картинки, но картинки нет. Мы не будем ждать, мы уходим с этого ресурса. Так, так. Ну, взагалі, як оптимізувати, от на твій погляд, от вже зараз професійний. Вот уже все... в первую очередь, да, хотя бы скорость загрузки этих картинок должна быть ускорена. Уменьшите эти изображения, это делается элементарно в любом фоторедакторе на сегодняшний день. Да, надо потратить какие-то усилия, какое-то время, но тем не менее сайт будет грузиться гораздо-гораздо быстрее. Підтримувати так, от кожного дня потрібно це робити, підтримувати сайт, навантаження сайту і все решта робити. Ти це робиш кожного дня? Оль, чи в тебе є якісь, можливо, там проміжки? На сегодняшний день я не делаю это каждый день, потому что это достаточно трудоемкая, долгая работа. И, собственно, для своих заказчиков, для своего сайта я делаю не так часто обновления. Вот, но обновления должны быть регулярны, потому что поисковый робот заходит на тот или иной сайт. Он смотрит, что есть нового. Допустим, на новые сайты он заходит не так часто. То есть он проиндексировал, увидел, что этот сайт есть, и, допустим, через какой-то промежуток времени он заходит, проиндексировал новые обновления. Если же этих обновлений не появилось, допустим, за 2 недели, за месяц, за 2 месяца, то поисковый робот заходит через более долгий промежуток, через 2 месяца. Допустим, следующий, скажем так, момент индексации через 1/2 года. Если за этот период не появляется каких-то живых ярких обновлений, то, естественно, сайт не будет в топе. Он не будет даже в первых десятках страниц. А тем более, если контент, допустим, ворованный, взят с другого ресурса, те же картинки, те же тексты, которые у нас любят друг у друга воровать. Вот, то ожидать, что сайт будет, извините, в топе, на первой странице, ну, этого однозначно не будет. Ну, от, Олечка, давай зараз визначимо ті правила, якими потрібно керуватися при просуванні сайту. Ну, так, щоб він був в топі, так? Перше, друге, третє. Що вам треба робити для того, щоб це все було, і керуватися цим, запам'ятати, і це все робити, звичайно? Правил, на самом деле, достаточно много, они постоянно меняются, но я расскажу о самых основных из них. То есть, в первую очередь, уникальный контент, заточенные под поисковые системы и интересные вашей целевой аудитории. Сайт должен быть адаптивным и для десктопа, для компьютера, стоящего на вашем рабочем столе, и для телефона, для вашего смартфона. Поисковая выдача и там может быть абсолютно разная. Дальше. Видео. Каждая страничка, если, допустим, это интернет-магазин, она должна содержать ряд информации. Должны быть и графические изображения, должны быть и 3D-изображения. Мы должны видеть наш товар, который мы предлагаем продавать в различных видах, с разных ракурсов. А еще лучше видеообзор этого товара либо услуги, чтобы люди посмотрели, как оно вживую выглядит, и не дофантазировали себе что-то. Очень важно, чтобы, допустим, на том же сайте продающем была информация о том, какие сопутствующие товары можно приобрести. Чем можно заменить этот товар? Его аналоги более дешевые, либо более дорогие модели. Допустим, из того же Китая, либо из Европы. То есть человек имеет возможность выбора, имеет возможность сравнения. Возможность расплачиваться валютами, возможность расплачиваться картой, чтобы она была подключена, и человек легко в любой момент нахождения на сайте мог понравившуюся вещь проплатить. Вот, обратная связь. Как правило, менеджер, который занимается сайтом на многих интернет-магазинах, он очень часто отвечает через 3 дня, через неделю и так далее. То есть чем быстрее идет обратная связь, ответы на вопросы клиента, значит, вероятность того, что мы не потеряем этого клиента, она, конечно же, возрастает в разы. Да. Так, ну, взагалі, сила бренду, так, і наскільки необхідно ось знати про це, так, і наскільки це необхідна ця інформація. От, про бренди взагалі. Про бренди, зараз давай, да? Поговоримо. Ми всі знаємо знамениті мировые бренди, не буду їх називати, да? В мире автомобілестроєння не є, в мире кінематографії, в общем, мебелестроєння, в любой сфері є фірми, які зарекомендували себе на протяжении там 10, 20, 100, 120, 150 лет.
И, в принципе, они тоже нуждаются в рекламе. Допустим, реклама, не буду называть, все вы знаете, напитки шипучие, очень сладкие, которые любят дети, и, собственно, диетологи не рекомендуют. Забороненные, да, не будем делать им бесплатную рекламу. Вот, тем не менее, все знают, как выглядят они. То есть все знают, как пишется название этих брендов, какая цветовая гамма. Допустим, если она красно-белая, или, допустим, она красная, голубая с белым. То есть мы уже четко знаем, какие эти два напитка у нас существуют. Вот это вот важно. Это узнаваемость. Это узнаваемость логотипа. Это узнаваемость названия, о которых мы не проговариваем. Но, тем не менее, каждый уже понял, о чем идет речь. Так. Да. И то есть не надо нагло везде пиарить название своего сайта, название своей фирмы. То есть достаточно где-то вскользь упомянуть. Упомянуть в форумах, упомянуть на каких-то сайтах по отзывам название своей фирмы, название своего бренда, чтобы он уже звучал. И, в принципе, было бы неплохо, чтобы ваша целевая аудитория также искала название вашего бренда. То есть его тоже надо будет продвигать. А ты розумієш, Оль, от зараз теж у мене є таке до тебе питання. Зараз нав'язлива така от реклама, вона не діє вже. Бо час змінився. Розрішає, да. Так, звідусіль чутно лише це. І хочеться вже поменше. Хочеться менше, щоб людині нав'язували. Хочеться, щоб це все було легко, просто, щоб воно тобі захотілося. І ти його взяв. Ось так. Да, и поэтому вот существует нативная реклама, которая появляется, когда мы что-то ищем. Вот, допустим, например, когда мы в поиске Google что-то поискали, вот нам надо что-то там купить, да, там ребенку что-то, себе новые туфли. И мы замечаем, что буквально через там небольшой промежуток времени нам предлагают эту же детскую одежду или же эти же женские туфли. То есть реклама, которая под наш запрос как раз-таки подстраивается. И нам предлагают выбрать, только вот проплатить. Так, Оль, орієнтація на смартфони. От ми почали вже тільки що про це говорити, трошечки, так? Наскільки вона зараз важлива? Ну, я думаю, дуже важлива, бо усі ж зараз живуть зі смартфонами і вдень, і вночі. Сейчас уже дети рождаются со смартфонами в руках, и это первое, что берут люди, когда они просыпаются утром, это последнее, что они, скажем так, оставляют, когда они перед сном отходят ко сну. То есть всегда телефоны у нас в руках. И любой вопрос, любой запрос мы на сегодняшний день можем в смартфоне найти. Поэтому если мы хотим продавать, мы должны понимать, что вот эту поисковую выдачу в смартфоне, в нашем мобильном телефоне мы всегда должны тоже учитывать, и она будет немножечко разниться. Олечка, останнє запитання до тебе. Які дані необхідно врахувати під час просування сайту? Ну, я маю на увазі там стать, вік, можливо, географічне положення. Це обов'язково чи ні? Я думаю, это важно учитывать, но опять же, в какой-то определенной возрастной категории, допустим, там 25-35 лет, женщины, но если мы возьмем даже проживающих в одной местности, опять же, они будут все разные. Кто-то работает, кто-то домохозяйка, кто-то делает карьеру. Ну, такие анализы робити важливо. И поэтому сейчас, на сегодняшний день, все гораздо глубже, гораздо тоньше. То есть надо учитывать вот пристрастие каждого конкретного человека, его увлечение. Да. Так. То есть все гораздо сложнее, и все переходит в индивидуальную плоскость. Стільки ти всього розповіла сьогодні, так, Оль? Видно, що ти живеш цим. Так. Так. Дуже добре володієш цією інформацією. І я так сподіваюся, що твої поради стали для багатьох безцінними. Тепер люди зможуть самі, самотужки, просувати свій сайт і будуть розуміти, що прикладом твоїм вони можуть керуватися. Ти в свій час це зробила, так? Да. І в тебе вийшло, тому я тебе вітаю. Дякую. Я так бачу, що тобі це допомогло не лише самі зробити це, так? А ще і створити таку от вже твою професію, якою ти зараз займаєшся. Да. Тож приходь ще, до нас будемо чекати. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.